Привет! Сегодня у нас в Рыбинске шествие Дед Морозов. Вот я пришла пораньше, чтобы снять немножко нашу площадь Дерунова. Всем привет из Рыбинска! У нас сегодня в Рыбинске шествие Дед Морозов. Вот я приехала на площадь Дерунова. Это мои родители с друзьями тоже пришли погулять. Вам передают привет. Привет, Наташа! Привет Южной Флориде передает Рыбинск, зимний Рыбинск, но снега, правда, мало. И Череповец передает привет. Вот наша площадь, проспект. Пап, а пап, это считается проспект Ленина? Улица Крестова. Ага. Да, улица Крестова, бывший проспект Ленина. Вот милиция охраняет покой, чтобы Дед Мороза никто не потревожил из Великого Устика. Иди туда. Ты у нас тоже ведь был Дед Морозом какой-то год. Так, внимание, ты у меня пока один, подожди. Так, если еще ко мне желающие включить частушки про Новый год, Деда Мороза их пробивает. Можете прямо сейчас сочинить, у нас всякое бывает. Так, прикольно. Вот его помощники. На они едут, на машине. Вон русская механика. Да. Ух ты, какая машина-то. Вообще, пойдемте куда-нибудь, там же что здесь стоять? Сейчас ты туда ломаешь. Так пойдемте вот сейчас, куда сидеть. Yeah.
вымпел. А Снегурочка, где подарки? На лодке с завода вымпел. А Дед Морозы все идут. Ну, нескончаемо идут. И толпа Дед Морозов. И в Рыбинск приехало 1800. Плюс главный Дед Мороз. Чего? Смотри, какие. Вот. Ты ж на приезжай, как она будет. Куда скрывать? Блять, она будет. Почему скрывать? Нескончаемое количество Дед Морозов. Да нет, бабуля, что осталось там. Молочком. А там еще машины. Помощники Дед Мороза. Привет. А сзади вас все Дед Мороз. Идут. Они все красивые, все одинаковые. Иди туда. Ты у нас тоже ведь был Дед Морозом какой-то год. Поздравляем вас с приближающимся Рождеством. Всего-всего хорошего. Папа, ты что? Здоровья, счастья. Здоровья, счастья. Приезжайте к нам. Всей своей семьей. Своей семьей. Давайте, ждем вас. Счастья вам всем. Здоровья, счастья. Мы вас всем любим. У нас сегодня весело. Много Деда Мороза. Ну все, давай. Это Дед Мороз с завода вымпел. А Снегурочка, где подарки? На лодке с завода вымпел. А Дед Морозы все идут. Ну, нескончаемо идут. Здравствуйте, люди добрые, друзья мои хорошие, жители Ярославской области и всего Рыбинска, добрый вечер! Приехал я к вам специально из Великого Устюга, чтобы поздравить вас всех с наступающим Новым годом! Давайте возьмемся все за руки! Чадо мое ненаглядно. Берем пап, мам, бабушек, дедушек, и мы тоже волшебники. Взялись? Сонечка, не двигайся. Чувствуйте взрослые. Это детство возвращается в ваши души. Это вера в чудеса, не покидая ваши сердца. И раз, два, три, елочка, аминь! Друзья мои, вы мне помогите, ребята. Готовы? Давайте все вместе. Раз, два, три. Елочка, горит! Вот и засверкала елочка разноцветными огнями. А это значит, все ближе и ближе. Да уж, придут и хорошие, добрые успехи. Друзья, Саня, мы не пройдем здесь. Что в Новый год вы все загадываете желание. Если это доброе желание, то оно обязательно исполнится.
Вот наша елочка дома. Горит, сверкает яркими огнями. Мы ждем наступления Нового года. Ждем подарки под елку. Всем большой привет!